Сегодня будем максимально пристально наблюдать за событиями этого поединка, поскольку встречаются сегодня четвертая и вторая команды лучшей лиги мира по итогам и второго тура, и по итогам нескольких сыгранных матчей от тура третьего. Посмотрим, что с прямым ударом, а именно его мы вправе ожидать. Вот он, удар, и рядом со штангой мяч пролетает. Хотя по прыжку, который выдал Юрий Нестеренко, было ощущение, что все же траекторию полета мяча тот контролирует. Отворот. Правее передача. Это уже интереснее. Прострел. Удар! Это было на гол. Это было на 1-0. Попади только без денежных. И дальше можно было праздновать. Важнейший забитый мяч Кита Кирсанов. Полузащитник Сергей Серченко. Как здорово играет Абдоков справа. Прострел под удар по центру. Заряжает Чуканов. Это второй голевой шанс краснодарской команды за 54 сыгранных минуты. И оду трудолюбию Нури Абдокова мы поем. Против «Нефтехимика» был заменен по ходу первого тайма. Это красивая комбинация. Родин мяч под правой. Справа же открыт Абдоков. Удар в дальний угол от Лаука. Это Мамин. Шлагбаумом растянулся на линии ворот. И путь мячу в створ преградил. Атака КамАЗа. Перевод справа налево. Внимательно работает защитник. Подбор чей? Внимание, момент. Удар в дальний угол. Это гол! Это гол, и это Владлен Бабаев и его фирменное празднование. Мелочи. По такой игре все решают мелочи. Не добежал, не достал до мяча, коснулся его слабее, чем того требует ситуация. 1-0. Победа КамАЗа в гостях. Тяжелейший матч.